Продолжим наше обсуждение. Ой, сейчас я. Екатерина Пухова. Ну, хороший передник. Немножко вот в примитивизме исполнено вот это, чуть получше вот эта часть. В общем-то, эта часть хорошая. И очень пустое пятно в центре картины. Несмотря на попытку птичек, которые выстроились в некую слишком линию, слишком пустое пятно для центра композиции. Учтите и автор, и все другие, что слишком пустое пятно. А у этих мест не хватает вертикали отражения. Слишком ватное пятно, ватное, круглое какое-то. А здесь бы вертикаль отражений, перебитая горизонталью плоскости воды, и было бы хорошо. Ну а здесь бы, ну хоть, ну может быть, горы, а может быть, бледные, но деревья. Ну нет центра композиции. Композиционный провал. Хотя письмо симпатичное, само письмо. Так, Натали. Не придерешься. Хорошо, стильно, убедительно. Хорошо. Ну, может, не вполне убедительно, все-таки чем-то это должно было закончиться. Может быть, здесь еще чуть-чуть продолжить эту линию, чуть-чуть, и все, и было бы нормально. Но здесь культя. Даже здесь вот угадываются ножки, ну, хотя слишком в мешок собрано. Вот. А вот это что? Деревья? Неубедительно. Странное место. Красивое пятно. Красивое пятно. Так, дальше поехали. Виталик Михайлишин. Видим, что человек рисовать умеет. Так больше особенно ничего не видим. Ни техники исполнения особенно не видим. Ни умения пользоваться фактурой. Ну, видно, что человек рисовать умеет. Слишком вырезанный приятель. Слишком одинаковая линия. Смотрите, он из бумажки вырезан, наложен. Вот это вот темное пятно наложено на холст. Оно совершенно не общается с фоновым пятном. Одинаково, одинаково резко. Это штырь. Рука все-таки чуть пластичнее. У девушки мог бы быть штырь. Некоторые девушки вот так, ну, не пластичные, но это штырь. А здесь рука не уходит внутрь. Не уходит. Нет этого загиба. Вот здесь бы темной линией чуть-чуть усилить загиб, чтобы все-таки мы видели, что это не ущербная часть руки, а уходящая. Ну и не штырь. Либо кисть руки должна была сменить направление чуть-чуть. А это штырь. Но видно, что художник, что человек рисовать умеет. Так, опять это сложная фамилия. Ну, повторение предыдущих недостоинств и повторение предыдущих достоинств. Мы уже подобную картиночку обсуждали. Даже ничего не прибавить, не убавить. Противно звучат вот эти полосы. Просто резанина по холсту. Можно было бы интереснее. Цветы как бы вот есть закваска у художника, но нет пока еще ясности
что я, собственно, хочу нарисовать. Вот эти ребята не отражаются в плоскости, не отражаются, нет ни рефлексов, ни отражения. То есть это нечаянные пятна. Ну, так прикольно. Вот так, если вот взять верхнюю часть, ну, хорошо. Татьяна Маркова. Ну, ничего. Ну, ничего. Непонятно, хорошо это или плохо, но изображение внятное, нарисованное. Изобразительные возможности налицо. Ну, а так, ну, кому-то должно, наверняка это должно понравиться. Александр Янко. Классно. Даже эта рука а-ля Пиросманишвили, даже и голова, лицо а-ля Пиросмани, ну, как-то хорошо. Хорошо. Хорошо бы увидеть еще работы этого автора, чтобы понять. Вот опять же, я не знаю, какие работы у этого автора еще есть, но здесь не придерешься. Что-то в этом есть. Может быть, в других работах автор себя... Ага. Ага, Александр Янко. Yes. Ну, ничего, рисунок есть, конечно. Есть рисунок, есть авторская задумка, есть желание отстоять идею. Ну, хорошо, хорошо. Американская живопись такая. Так, Никанкин. Наш любимый Никанкин. Лидер нашего сообщества, безусловный и почти безупречный. Это масло? Не пойму. Масло? Наверное, масло. Может, акрил. Хорошо. Единственное, что не хватает этих вертикалей. Тоже вот асфальтовая какая-то дорога. Были бы эти поэтичные, висящие вертикали, перерубленные горизонтали, и все бы произошло. Чего ж жалко, Никанкин, жалко что ли было подложить вертикали сначала, чтобы их потом перерубить? Зачем это было? Ну вот, что видел на фотографии, то и калякал. Или на работе другого художника. Не хватило поэтичности взгляда. Ну и вот это, конечно, место российской промзоны. Тоже как-то неубедительно. Все-таки у Венеции что-то там наверху все время происходит. А это промзона. Пусть бы она вообще бы стала бы исчезла, стала прятаться в фоновом пятне, в небе, растворяться в тумане, в воздухе. Но это промзона. Так. Ой. Ну, ничего. Вот это пятно, конечно, странное. Унылое такое. Унылое пятно. Глаза унылые. Хоть они и блестят, но блестят унынием. То есть,
не знаю, мешок. У девушек есть плечо. Есть плечо, а это мешок. Вот это болезненное место. Тут у нас сломалась архитектура лица. Болезненное место. Вздутие и впадинка странная. Ну, шея, голова не сидит в шее. Шея отдельно, голова отдельно. Ну, вот такая. Ну, сейчас уж страшное скажу. Образ болезни. Не образ вот девушки какой-то, а именно образ какой-то болезни. Но это уж так, это уж жестоко. Ну, простите меня. Виталик Михалишин. Отлично. Вкуснятина. Ой, какая вкуснятина. Но здесь что-то тоже больнюсенькое. Проверить надо это место. Уж очень оно больнюсенькое. Вот здесь такое хорошее место. И вот портрет какой-то. С глазиком. С ротиком. Ну, такое прямо... Слюнки текут из-за этого всего. А здесь болезни. И ухо. Ухо странное, из дерева вырезанное такое какое-то. Тоже, если можно, отремонтировать вот это место. Мягче. Не надо на него так жестко. Мягче его сделать. А вот это совсем больное место. Здесь какая-то... Началась порча. А вот эти, вот этот слюни пускает, а этот вот-вот сейчас так же будет себя вести. Очень симпатичный образ. Я не знаю, был ли такой образ там, где вы срисовывали, но это образ. И вот с этим всем это прикольно. Так, Никанкин упростил себя да нельзя. Ну, слишком голубо. Ну уж так. А что, кроме голубой ФЦ больше ничего не было в палитре? Ни розового. Ну вот здесь розового чуть-чуть пожертвовал. Ну, ерундень какая-то. Ну, ерундень для Руслана Никанкина. Для других было бы неплохо. Так. Не пойму, что это. Евгений Попов. Сильно расчесанное небо. Сильно расчесанное, расчесанное, расчесанное. Чесал, чесал, чесал. Нет отражения вертикального. Вот что-то в этой... Ситуации есть, здесь хорошо, но композиционно, конечно, провал полный. Вот это вот странное. Не касается дальний план, или он уже такой бледный, аж синий, но он не касается линии горизонта. Линия горизонта настолько дальше вот этого, либо этот кусок почти равен синести дали, либо он намного ближе. Он либо синий, либо за ним море продолжается. Потому что он сродни переднику, но почему-то сидит на самом дальнике. Ну и перечесал. Ну здесь содержания нет, просто нет содержания. Вот здесь много содержания, а здесь нет содержания. Композиционно никак. Хотя вот хорошие элементы очевидны.
хорошие элементы. Ну, сами по себе, без общего впечатления. Ну, пожалел себя художник, не стал утруждаться. Так, Елена Поданева. Это портрет Фании. Я знаю эту девушку. Очень похоже. Очень похоже. Я уже Елене Поданевой написал об этом все. Очень похоже. И я очень благодарен. Так, Оксана Деркач. Прозрачно. Прозрачно. Морско. Ну, пока неплохо. Вот не пойму, куда мы движемся в данном случае. Ну вот, может быть, когда будут какие-то еще повторы, может, тогда станет попонятнее. Вот здесь, конечно, дерево не стоит рисовать. Дерево. Здесь продолжение закругления. Продолжение. То есть сетка смотрит по вот такой траектории. По вот такой. А здесь дерево растет. Ну, целый отряд деревьев растут вот туда. Ну, пока непонятно. Ну, неплохо. Оксана Деркач. Тоже неплохо. Вот здесь непонятная история. Эта площадка светлая отделена от этой теневой площадки слишком. Это две разные среды. То ли песок, то ли полиэтиленовая пленка освещенная. А вот вода без песка и без полиэтиленовой пленки. Не хватает вертикали, перерубленной горизонталью. Вертикали, перерубленной горизонталью. Даже стволы не видны. Ну, так узловато, симпатичная, почти импрессионистичная. И вот этот вот заворот туда ни о чем. То есть он в данном случае не звучит уходом. Какой-то странный белый лоскут. Ну, в целом неплохо. Андрей Рудыкин. Ну, вот иконопись. Ну, вот мы, я думаю, многие из нас встречали в провинциальных храмах подобную иконопись, когда новоначальный христианин и новоначальный художник пишет свои новоначальные работы. Ну, не дурно, ну так, как ребенок. Ребенку писать иконы можно. Вот если это было написано с благоговением, а так, в общем-то, не видно, чтобы это было написано иначе, то все нормально. Ну так, уж очень провинциально. Татьяна Маркова. Хороший, добротный портрет. Ну такая американская живопись, хотя рисунок хорош. Хорош, убедителен. Можно сказать, практически все на местах. Может быть, излишняя вырезанность есть, когда линия на всем протяжении одинаково жестко касается фонового пятна. И вот здесь тоже. Ну и вот здесь тоже. Ну, такая американская живопись. Американцы себе позволяют это и полностью собой довольны. Хорошо. Тонально выдержанная работа. Так, Марина Асаче. Ну, такой начинающий импрессионист, постимпрессионист.
Глаза, конечно, разъехались. Архитектура лица гуляет весьма. Вот эти барашки не имеют формы вообще. Это орнамент. Это ствол дерева. Мы знаем, что штрих лучше показать. Бывает, что опытный художник позволяет себе мазки по стволу, а не по цилиндру. Но он знает, что делает. А когда это сделано, не зная, что делает, получается коряга, ну или такая древесина. Вот это древесина. Жестковат, пустоват. Ну, все равно, вот я не знаю, если девушка узнается, я думаю, ей прикольно иметь такой портрет. Что-то в этом наиве есть. Лев, Елена, Бастынец. Прищурился, так где-то даже прижмурился. Влюблен, наверное. Неплохо, совсем неплохо. Может быть, длинные космы. Там чуть короче, чуть пластичнее. И не такой тонкой кистью были сделаны. Вот там был все-таки широкий захват, широкой кистью. А вы взяли мелкую кисть и сделали патлы. А был бы широкий захват, были бы локоны. Локоны. В несколько этажей. А так вы взяли более тонкую кисть и сделали длинные патлы. Но так, вот это место очень симпатично. Он такой какой-то чувствительный, никогда не съест человека. Так. Руслан Никанкин. Ну, хорош, хорош. А что, обязательно было вот эту странную бусину рисовать? Даже если у девушки было... Пирсинг. А, это пирсинг. Пардон. Ну, пирсинг – дело святое. Немножко вырезанное вот это место. Хотя есть дымы, вот эти смягчения. Да нет, придираюсь. Не, хорошо, хорошо. Рука прикольно решена. Так, Марина Асачи. Ну, детский рисунок. С ритмами, ритмичен. Так немножко где-то отдаленно напоминает портреты Ван Гога с его кудрявым мазком. Кругленным. У женщины есть характер, есть настроение. Хорошо. Татьяна Былыбина. Очень нежная работка. Есть еще свои несовершенства. Но в целом хорошо. Единственное, вот этот кусок очень невкусен. Кругляшки вот эти. Кругляшки. Такое неубедительное звучание. И дерево не на переднем плане. Вот здесь темно весьма, а здесь хоть где-нибудь темноты бы подсунуть. Вот это на переднем плане кажется. А на самом деле на переднем плане-то это. Здесь бы вот так бледнее, вот так. А здесь бы черноты чуть-чуть. Чирк! Чирк! И это бы вышло на передний план, а домик бы отвалил бы на свой заслуженный второй план. Слишком уперся в край. Ну пусть бы у него хоть где-нибудь, хоть что-нибудь торчало. Он прямо прилип. А так хорошо. Руслан Никанкин. Хорош. Как всегда, не утруждается, не стесняется.
Чего бы ее вообще так не перечеркнуть? Ну, то, что у нее глаза нет, это может быть, может и не нужен ей глаз там. Но все равно дырка, конечно. Если бы у этой дырки было бы настроение, то ли заплаканного глаза, то ли еще. А так это, честно говоря, дырка. Ну, хамоват немножко Руслан Никанкин, несмотря на свой талант. Но потихонечку обострится, усилится. Потенциал колоссальный. Вот. Ну, я бы не стал бы подписью перечеркивать картину. Как бы немножко еще рано. Вот когда уже портрет, когда вот здесь в одно движение будет, а вот здесь вот такая роспись, тогда будет убедительно. А так пока еще слишком, слишком якоем. Хорошее, хорошее начинание, Руслан Никанкин, делать видео со своих работ. И я бы периодически, вот я несколько видео просмотрел, я бы даже периодически и себя бы показывал. Ну, то есть, чтобы, может быть, профиль появился бы, лично ваш. Какую-то, может быть, даже атмосферу поэтическую создать. Очень правильная задача. За видео будущее рекламы и прочего для художника это очень важно. Идея совершенно правильная. Ну, вообще, Никанкина мы через 2 года будем все произносить. Так, Мария Лукьянова. И, наверное, на ней закончу сегодня. Ну, свет тень не выражен. Нет внятного света, нет внятной тени. Слишком темные пятна для дальнего плана. Дальний план снабжен толщиной воздуха к нему, и не может быть там ничего черняво-темного. Здесь может быть, а здесь вот этой черноты быть не может. Пустовато пространство. Хотя решение правильное, но пустовато. То ли этот нужно было бы чуть-чуть выдвинуть и сделать змейку уползающую, хотя попытка есть. Но такой нос торчит. Можно ноздрю даже пририсовать. Вот. Солдатики. Солдатики. И еще и слишком симметрично. Прямо симметрично, симметрично. Тоже вот. Ну, не выражено лежачее, лежачее. Вечно там вдали ветерок создал полосу лежачего такого творожистого мазочка. Ну и так, как из носа кровь, вот это место. То есть в отражении все-таки не бывает такого открытого оранжевого. Сам цвет воды немножко сбивает эти настроения. Такой кровяной кусок. Ну, трава невкусная. То есть, при том, что как бы ход мысли правильный, но вот эта выстроенность... Все-таки, может быть, даже кистью там пару травинок вот такого характера, вот такого, вот такого... Оно прямо торчком торчит. И ладно бы торчало, а здесь что-то тоже какое-то содержание было. А так пустота, и тут строй торчащих. Ну, немножко перебор. И то недобор, то перебор. Ой, Никанкин хорош, посмотрите. Хорошая работа. Очень живая. Татьяна Суховетрюк. Есть вырезанности, есть какие-то свои несовершенства, но хороша работка. Очень симпатичная.
Так, ну все. Сегодня закончим.